Ну смотри, какая кисточка. Троечка. Ты вообще понимаешь, троечка на таком формате? Мне кажется, что больше всего оценивается честность. Ну вот по отношению к самим собой. То есть когда ты делаешь не вещи на продажу, а вещи, которые тебя очень впечатляют, это однозначно путь к успеху. Понимаешь, в чем прикол? Потому что если ты осторожничаешь и не рискуешь, ты не получаешь правильный эффект. У тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. Начало шоссе, шоссе. Пролетают машины, шумя. Двумя парами фар. Ты должен влюбиться во все это, знаешь? То есть вот ты делаешь какой-то, ну, придумываешь какой-то сюжет, там, какие-то находишь лица, руки, там, какие-то приколы, нюансы, которые... Как ты их находишь? Они тебя цепляют. То есть они тебя волнуют. Которую ты со страстью хочешь реализовать. И эта волна, она помогает реализации дальше, помню. Иначе, ну просто это не держит. Твои глаза. Меня ну сама ведет. Я вообще здесь ни о чем, я тебе точно говорю. Я не могу тебе объяснить. Я как только заканчиваю картину, я заболеваю следующей. Я просто болею, пока я не начинаю ее. А когда я одна, я вот прихожу, и через 5, 6, 7, 8 часов, в зависимости от того, вот как меня, если меня не дергают, я вспоминаю, что я не пила, не ела. Вообще, моя жизнедеятельность моего организма как будто бы выключается. Я вообще времени не чувствую. Как ты думаешь, это хорошо или плохо? То есть, если нету головоломки, то мне эта картина не интересна. Мне тогда получается автоматически, что нет силы ее писать. В общем, я на самом деле действительно счастливый человек, потому что есть то занятие, которое, ну, по ощущениям великолепно для меня. Оно меня расслабляет. Я говорила о том, чтобы лучше понимать архитектуру, надо иногда смотреть фильмы про дельфинов. Понимаешь, то есть вот... Это, по большому счету, фильм про дельфинов в моем формате, понимаешь? У тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. У тебя такие глаза. Я вчера прописала эти складки на рукавах в гамме, понимаешь, в преломлении, понимаешь? А потом по финишу взялась, было три слоя. Я взяла и замазала все. И только тогда у меня было ощущение, что я вот она задышала. Я не могу, это что я? А-а. Вот она меня просто вот начинает вести и все. Не я, а через меня, понимаешь? Это важный вопрос. Потому что вот когда ты говоришь я и мое, это ты автоматически сразу же себя завязываешь с какими-то дальнейшими отработками. Я писала эту картину, писала. Я так ждала, когда она уже кончится. Что когда я ее закончила, вот осталась только одна рука, я отошла. И я поняла, что что-то вот, что-то ушло, знаешь. Что в незавершенном состоянии картины, они обладают большим потенциалом, чем в завершенном. Делаешь. А потом такой открываешь, все смотришь, там. Фу, какое уродство. Вообще ужас. Все, порвать, все. Ничего не нравится.
Такой ужас чувствуешь, потом подожди. Отошел, закрылся, вернулся. У тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. Вот сейчас, и эта выставка в том числе, это про меня, это про новую я, это про мой стиль, это про мое ощущение сегодняшнего мира, дня, времени, сегодняшнего меня. Вот только сейчас я чувствую, что я пришла к своему стилю, что я точно знаю, что я хочу делать дальше. Имею в виду, что вот я там пишу одну, а вторая уже крутится в голове. По ночам и шоссе, в шоссе пролетают машины шумя. Я уверена, что будет продолжение, Саша. Вот сейчас уже точно. Я понимаю, что я не могу остановиться. Что дороги назад нет, потому что это мой метод, который я нашла вот только сейчас, для того, чтобы правильно коммуницировать с самим собой, понимаешь? Для того, чтобы расслаблять то, что напрягается. Вот мне это очень нравится. Вот я смотрю на 3-метровый холст и думаю, мне надо купить стремянку повыше. Ты представляешь себе? Холст 3 метра на 2. То есть он просто гигант. Он еле помещается вообще уже в мое пространство. Я вот тебе могу сказать честно, что если это даже если нафиг никому не нужно, я все равно это буду делать. Потому что это в первую очередь нужно очень мне. Это меня приводит в баланс мой. То есть это мне позволяет жить счастливой и, соответственно, тогда делать счастливыми окружающих. Понимаешь, что крайне важно. Это мой метод. У тебя двойные глаза, и хватило б на два лица, и сияет весь океан от помноженных на два глаз. Понимаешь, твои глаза двух земных полушарий карта. Ты, когда закрываешь их, погружается на ночь экватор. Голубых вмиг открытия.